Начнем с ЧП в казахстанской армии. В Темиртау сразу 36 срочников Национальной гвардии экстренно доставили в инфекционную больницу. В самой части начали расследование и временно закрыли столовую. Первые обращения к медикам стали поступать в воскресенье. Солдаты жаловались на тошноту, боли в животе, рвоту и головокружение. У 31 диагностировали острую кишечную инфекцию, у 5 ОРВИ. Сегодня состояние госпитализированных остается удовлетворительным, у 4 сохраняется высокая температура. Новых заболевших нет. Чем отравили срочники, должны выяснить санэпидемиологи. По всей части уже провели дезинфекцию, там также начали служебное расследование. На это время солдат кормят с помощью полевой кухни. Кормление военнослужащих срочно производится в воинской части, в полевой кухне. Имеются медицинский персонал, который держит на контроле приготовление пищи и выдачу. В данное время столовая воинская часть закрыта, так как проходит проверку санитарно-эпидемиологической станции. После окончания будут продолжать свою работоспособность.